врачей, медсестер и водителей скорой помощи за ответственную и качественную работу в период пандемии коронавируса. Уважаемые медицинские работники, вы находитесь на передовой борьбы с коронавирусом. Мы верим в ваш профессионализм и благодарим вас за все, что вы делаете сейчас и всегда. Дорогие наши врачи, вы не только возвращаете жизнь людям, но и дарите им надежду на счастливое, светлое будущее. Мы восхищаемся вашими умениями и от чистого сердца хотим пожелать вам, чтобы все ваши мечты исполнялись и чтобы все у вас всегда было хорошо. Подвиги, которые вы совершаете каждый день, отнимают у вас много сил. Вы самоотверженно отдаетесь на благо народа. Так пусть же ваши силы восстанавливаются всеобщей благодарностью и любовью людей, ради которых вы так стараетесь. Желаем вам признания ваших усердий. Спасибо за ваш профессионализм, заботу, доброту и чуткость. Спасибо за ваш героизм, за то, что жертвуете своими жизнями в такой трудный для нас момент. Желаем вам здоровья, стойкости и сил, а также скорейшего выздоровления вашим пациентам. Спасибо вам за преданность своим пациентам и за ваш самоотверженный труд. Врачи – герои нашего времени. Вы всегда в ответе за жизнь каждого жителя нашей страны. Уважаемые медицинские работники, спасибо вам за ваш труд в это нелегкое время. Желаю вам здоровья, силы духа и оптимизма. Мы благодарим лично всех тех, кто боролся за нашу жизнь. Врачей, медсестер, кто помог выздороветь от страшной инфекции. Тех, кто каждый день творит чудеса, проводит уникальные операции, поддерживает нас и лечит. Спасибо нашим докторам. Спасибо нашим докторам за то, что они в этот сложный момент, тот, который сложился у нас в стране, да и вообще в целом мире, спасибо им за то, что они смогли совершить этот подвиг и совершают его каждый день. Совершают его каждый день, и я надеюсь, будут совершать его и в дальнейшем. Спасибо им за их терпение, за их помощь, за их неравнодушие. Волонтерский отряд школы номер 19 тоже поддерживает эту акцию. Спасибо нашим докторам. Поддерживая эту акцию, они провели ряд мероприятий, они провели круглые столы и встречи с ребятами, на которых объясняли и показывали важность вести здоровый образ жизни, важность вакцинирования, важность всего происходящего, о чем говорят наши доктора. Спасибо нашим докторам.